Вы мой телефон не охраняйте. Я вам телефон не собираюсь давать. Покажите бумагу. Ручку, бумажку, запиши, кто пришел. Имеется, запишите. Так, следователя тоже давайте. Я следователь, департамент полиции города Нур-Султан, моя полиция Нур-Улы. Ручку, бумажку. Управление Целебния 204-204 Уголовного процессуального кодекса провожу следствие обыск жилого помещения. Нет, показывайте, потеряйте. Подождите, он притянет. Присутствие хозяина. Документы. Я здесь снимаю. Без документов. Без документов не зайдешь. Без документов входите. Я здесь драться буду, хочешь, что кусаться буду. Документы. Подождите, я потом вас послушаю. Документы. Прочь, записывай. Так, следственные действия проводятся с участием. Представьтесь, пожалуйста. Я Алтын Леспаева. Алтын Леспаева. Я Леспаева. Так, Леспаева, да? Да. Алтын. По адресу город Нур-Султан, улица Мамышева, 27, квартира 100 какая? 94. Так, данное следственное действие проводится с участием понятых. Представьтесь. Шахимурат Ануар. Шахимурат Ануар. Сейчас, подождите, теперь мой понятый пускай придет. Так, и второй понятой Миримбаев. Документы, покажи мне документы. Так, данное следствие... И карманы, все карманы показывай мне. Всем присутствующим, вы имеете право занести замечание в протокол. Документы. Подождите, документы. Почему? Я имею право. По какому закону я не имею? По какому закону я не имею? Закон, скажи мне, закон. Ты же хотел. Слушай, ты мне руками не махай здесь. Мы своей частью находимся. Кто выйдет? Кто выйдет на улицу? Кто? Кто? Они? Это мои дети, несовершеннолетние. Не имеешь права. Почему? Почему? Адвоката сюда. Ждем тогда адвоката. Так, сейчас адвокат приедет. С адвокатом. Хорошо? Если все равно будем проводить. Нет, без адвоката не имеете права. Сейчас адвокат придет. Раз я не умею снимать прямой эфир, если я не имею права... У них не работает. Документы. Русский не пишет. Что там? 82 уголовного процессуального кодекса. Все, вы зайдите. Кто вдвоем заходит? Кто? Посторонний. Нифига, это не посторонний, это мои дети. Все тогда можешь сказать хорошо, не мешать естественно действовать. Слушай, ты не угрожай здесь, хорошо? Ты угрожаешь. Ты свою силу хочешь показывать перед детьми. Ты мой телефон не охраняй, не король говорю. Надо снимать, хорошо? Тогда тоже не снимайте. Вы тоже не снимаете, я не снимаю. Это оперативная съемка, можно? Это наша частная. Это наша частная. Это меня защищает, моя. Все, хорошо, у вас есть. Все. Ну что ваше постановление? По какому статье они хотят меня обыскать? Что там? Так, у вас имеется запрещенная партия ДВК? Нету. Нету? Нету. Я не ДВК. Все это знают. Нету. Листовки? Нету. Флажки? Нету. Компьютерные дети у меня учатся? Предъявите добровольно компьютерные дети. Забирайте лучше? Нет. Смотрите, у него в куртке кого-то что-то на. Конечно, они сейчас закинут. Ну показывайте, мы имеем право. Подождите. Ну вы покажите. Нифига себе, вот таких людей я запускать буду. Все, я против. Он угрожает. Давай, выходи. Покажу, мне не надо. Давай, выходи, я против. Адвоката жду. Адвоката. Да, в этой подъезде документы покажи. Он должен записывать. Показывай. Кто находится в нашей квартире? Покажите документы. Нету.